Итак, приветствую на канале. Сегодня мы очень коротко посмотрим билд для левелинга, стартовый билд для начала лиги, стартовый билд для начала аккаунта. Это умение Кара. Это молния, атака по области, ближний бой. С чем мы его комбинируем? Как мы проверяем, какие камни нам подходят, какие не подходят? Достаем камень. Зов предков. Зов предков дает нам две дополнительные цели поражать. Светится зеленая птичка. Зеленая галочка, вот как видим, такая отметка, что до умения Кара это будет работать. Мы ставим. Разгул стихий, то же самое. Мы это ставим. Шок, поджог, заморозки. Все это мы сюда поставили. Есть у меня другие предметы, я их не ставил. Шмот у нас на энергощит. Здесь все понятно. Здесь молния. Здесь чуть-чуть хп. Здесь я взял силу интеллект. Увеличение урона. Ну, от холода, ну, здоровье чуть-чуть, да. Щит у нас, смотрим, увеличение глобального физического урона, сопротивление холоду. И топор вот по чуть-чуть всего, дает чуть-чуть ловкости. Ну, здесь на таких уровнях это не принципиально на самом деле. Также у нас есть священная реликвия, священная, которая в виде дрона за нами летает. И мы можем кидать клеймо. Клеймо бури наносит урон тоже. И мы так ходим и прокачиваем свой аккаунт, открываем там мастеров потихонечку, все это нормально левелится. Как видим, достаточно большая площадь вот этого навыка. Как видим, он может закидывать за заборчик. Это все, понимаете, комфорт. Вот для меня старт лиги должен сопровождаться с комфортом. Запас здоровья не очень большой, но каких-то дополнительных тут вливаний в этого не было. Считайте, я ничего не покупал, это как соло-лига. Вот только перчатки я выбил с такого мини-боссика, они выпали. Обычный уник такой, не самый для нас как бы даже полезный. Увеличение огня, чуть-чуть атаки. Молнии добавляет максимум энергетического щита, увеличение количества найденных предметов. Ну, такой себе очень слабенький. Тем более он дает не так много энергощита. Вот такое очень приблизительное умение, такое примитивное. Примитивный предмет, вернее. Ну, нам как бы достаточно. И вот умение Кара, оно очень хорошо помогает нам вот на таких локациях. И мы себе проходим средняя, скажем, зачистка, но при этом комфортно. Как видим, оно не жрет маны в пользу видео. В моем видео о табуле расы, когда почему не стоит засовывать все эти 6 линков, там 10 линков и всего. Почему? Потому что мы можем вообще избавиться от баночки с маной, поставить сюда спокойно себе флакон на скорость бега и уже начинать бегать на таких небольших уровнях. Другие какие-то флаконы можем ставить. Там на увеличение брони, там на увеличение урона. Видите, у нас стоит наскок здесь. Почему наскок, а не что-то другое? Наскок достаточно предсказуем, и он действительно может помогать забираться на какие-то препятствия. Как видим, все работает. Для меня, для старта лиги, вот самое главное то, чтобы персонаж хорошо проходил сюжетку и была какая-то возможность вот таких быстрых таких, скажем, киллов без необходимости там сильно близко к нему подходить. Вот умение Кара, оно очень хорошо подходит именно для жреца, оно, в общем-то, ему и дается. Почему? Потому что мы его можем использовать. Умение требует меч, топор, булаву, скипетр, посох или свободные руки. Что у нас, мы можем взять три линка здесь, и мы можем искупать, вот посох у нас есть, скипетр есть, все, что нам падает, оно будет нормально применяться, использоваться, потому что луков, скажем, мне не падает, вот я играю за жреца, мне луки не падают, а вот скипетры, посохи падают в достаточном количестве, их можно у торговца брать, закинули туда какую-то сущность, сферку и все, и нормально играете. Что нам нужно сделать? Взять, ну, если мы будем качать 40, 50, 60 уровней, взять лучше топор, ну, соответственно, вся броня, вся бежа по уровню, взять хорошее тело, которое дает хп и резисты,
И там вот желательно уже на уровне там 50-60 иметь 5 или 6 линк. Что мы за сон? То, что здесь зов предков, разгул стихии, увеличение урона, вот молнии, например. Потому что это умение молнии. Физического урона становится уроном от молнии. Мы туда накидали на молнию чуть-чуть пару красных, пару камней, синих и все. Даже если зеленых камней у нас не будет, типа того же боевого ража или скорости атаки. Ну, адекватная скорость атаки. Ну, я не вижу как бы никаких ограничений. Такое было мое мнение. Всем спасибо, всем пока. Ну, и заходите в Лигу Жатва, посещайте священную рощу, фармите семена. Всем пока.